RetailTech продолжает знакомить вас с самыми интересными и передовыми технологиями ритейл-рынка. Здравствуйте, давайте знакомиться. Здравствуйте. Меня зовут Фролов Александр, я генеральный директор компании АМ. Компания АМ на RetailTech представляет проект NEO, NEO Digital In-Store. То есть это линейка торгового оборудования, покрывающая все зоны розницы. То есть от входной группы до кассовой импульсной зоны. Соответственно, это стеллажи, прилавки, различные полочные решения с интегрированными цифровыми носителями, которые управляются удаленно с помощью там различных CMS-систем. И есть возможность там аналитики, таргетирования сообщений на мониторах на покупателя. Вот. Давайте еще тогда подробнее, насколько вот мы с вами пообщались еще до камер. Да. Я понял, что, во-первых, такое решение не принималось еще никем. Получается, вы первопроходцы в этом вопросе. Да, у нас есть собственное производство, и мы являемся дистрибьютором ряда заводов-производителей китайских, то есть мы независимы от санкций, и у нас используются мониторы, которые доступны на рынке, их цена по-прежнему ниже конкурентов. То есть мы делаем оборудование под ключ, делаем для него контент, устанавливаем систему, обслуживаем его по всей России с помощью нашей команды технического мерчендайзинга, который работает в каждом городе Российской Федерации. И насколько я понял, получается, когда мы сейчас сказали вот эти слова, люди поняли, что где-то на стойках висит какой-то экран, который нужно обновлять. Каждый сотрудник с утра приходит в 7 утра с флешечкой, каждому экранчику что-то подходит. Насколько я понимаю, вообще все не так. Получается, максимально современные экраны с Wi-Fi модулями в каждом, независимая операционная система в каждом. Получается, вот хочется чуть подробнее. Да. У нас более 100 позиций мониторов используются. То есть мониторы простые. Можно управлять из флешки, если у клиента нет задачи обновлять контент ежедневно или там создавать медиаплан, какое-то его воспроизведение. То есть под промо-компанию можно менять контент раз в месяц, раз в два месяца с помощью флешки. Для этого не нужно переплачивать за диджитал-решение, за монитор, Wi-Fi модуль. Ну, то есть все гораздо проще. Если же у клиента есть задача по медиапланирование, то есть интеграции своих промо-сообщений у сети, например, интеграции промо-сообщений сети с промо-сообщениями брендов, тогда, конечно, используется экран с встроенным медиа-проигрывателем, с Wi-Fi модулем или 4G модулем, то есть все это внутри одного решения, без внешних каких-то коробочек управления, без роутеров и так далее. Все в одном решении. Это мы интегрируем на своем производстве в различные торговые решения, стойки, стеллажи, палеты, торцевые экспозиторы, кассовые модули, импульсные зоны, театрализации и так далее. То есть и все это управляется из личного кабинета клиента. Все мониторы по всей России обновляются в одну секунду. Шикарно. Давайте, наверное, расскажем, если это не секрет, какие у вас партнеры с вами уже работают. Мы исторически работаем с большим количеством FMCG рынка. Это компании Nestle, Mondelez, PepsiCo, Coca-Cola, пивные компании AB&B, FFS, Heineken, Baltica и так далее. То есть для цифровых решений есть ряд партнеров, с которыми проекты были реализованы. Например, Group SEP, компания по брендам Tefal, там Molinex. Есть компания Nestle, для которых мы делали торговое оборудование, торговые решения с мониторами. Компания PepsiCo сейчас буквально реализовали проект интересных торцевых кинозон в сети Лента под программу лояльности Кинолента призов ждет тебя. То есть это интегрированные шелф-мониторы на торцевые выкладки плюс тач-мониторы с интересным квизом для покупателей, то есть они приглашают покупателя принять участие в квизе, и покупатель, отвечая на вопросы, может узнать, какой он кинознаток, то есть любитель, ценитель или фанат кино, и приглашают мониторы поучаствовать в программе лояльности, купить продукты Pepsi Lays и, соответственно, за это получить призы. Для этого монитора наша компания разрабатывала, соответственно, контент. Вместе с компанией Smart Player разрабатывался виджет для мониторов по их управлению. И мониторы интегрированы в медиа-систему сети Лента,
То есть лента управляет своими мониторами, наши мониторы также интегрированы в сеть. Здорово. Будущее, которое уже наступило. У меня такой вопрос лично от меня. Я так понимаю, что эти мониторы, непосредственно компьютеры, которые уже маленькие, которые уже стоят на стоечках, близок тот день, когда я буду подходить к полке, а монитор говорит: привет, Сережа, вот ты в прошлой неделе брал вот это, я гляжу, что пришел опять сюда, пожалуйста, вот для тебя скидка. Или: Сережа, попробуй, вот ты вот вроде любишь вот эти фисташки, пожалуйста, возьми теперь вот новый бренд такой. Ну, конечно, близок, это все возможно реализовать уже сегодня. Вопрос наличия бюджета у клиентов. Но, как я сказал ранее, наше решение по цене оптимально. То есть за счет прямого производства, прямой дистрибьюции заводских решений китайских заводов-производителей, которые уже 15 лет Digital Signage решения поставляют на рынки Европы, Соединенных Штатов, рынки Азии. То есть мы привезли ряд решений по LCD, LED в Россию. Некоторые решения представляем на рынке эксклюзивно. Интегрируем эти решения в наши торговые системы, торговое оборудование. Все возможно реализовать, разработать, настроить, сделать контент интересный для покупателя, и покупатель будет получать невероятный новый опыт в торговых сетях. Замечательно. Ну что, технологичное, потрясающее решение, не подверженное санкциям. Что еще нам нужно? Пожелаем вам лишь удачи на нашем форуме. Спасибо. Спасибо. Хорошего дня.